После сильнейшего урагана, который прошел вечером 9 июля, пострадало большое количество домов. Поваленные деревья, заборы, столбы электропередач – это только малая часть повреждений. Ведь самое страшное – многие жители остались без крыши над головой. Восстановление идет полным ходом. На данный момент еще сумма окончательно неизвестна. Вот, по предварительным данным, примерно в районе 200 тысяч. То есть это работники, это материалы первичные, то есть это цемент, песок, кровля. Вот, утеплители, я еще не знаю, посмотрим, там дальше будет в районе 40-50 тысяч. На данный момент пока производим все своими силами, то есть ребята вот приехали, сейчас на той стороне кладку делают. До воскресенья, думаю, управимся, кровли положим. Социально незащищенным семьям помогает администрация города. У Фуйрузы Хайдаровны на попечении два внука. Государству нашему, администрации, конечно, всем общее большое мое это спасибо и от детей, и от меня, от всех, конечно, и рабочим также. Они относятся добросовестно к своей работе, приходят вовремя. И допоздна работали. Все с администрации приезжали, ну, по имени, отчеству всех. Не могу я запомнить. И с опекунского отдела все приехали, женщины, и администрации Куров, Юрий Владимирович или там, Федоров. Всем я очень благодарна, спасибо большое. В середине недели начались работы. Две бригады рабочих трудятся ежедневно. Одна внутри дома, вторая на улице. Подробнее о ходе работ нам рассказал бригадир Алексей Никитин. Работа проходит хорошо. В данный момент занимаемся обшивкой фронтонов. То есть в ближайшее время должны подвести также еще и профлист. Первоначальный этап, наверное, потолок. То есть ремонт потолка был обвален вместе с крышей. Соответственно, улетел. В дальнейшем уже непосредственно после ремонта приступили к строению крыши. По словам строителей, трудностей не возникает. Материалы привозят вовремя, без задержек. Хозяйка этого дома сама по профессии строитель. Поэтому о ходе работ ей рассказывать не приходится. Восстановительные работы идут нормально, хорошо. Дружно сразу взялись. На кухне у нас потолок совсем обломленный был. Висел потолок. Сейчас все, потолок восстановили. Трубу тяжелую сразу каменщик приехали, выложили. А сейчас стропила уже заканчивает. Заказали профнастил. Говорят, что будет на днях уже. Обещали на этой неделе, наверное, может быть. Да. Надеюсь, ТСП привезли и ДВП привезли. Хотят все. И вчера доски свежие, все бревны были. А сегодня уже стропил стоит. Я очень рада. К концу недели объект обещают сдать. Хозяйка сможет вновь заехать к себе домой, начать обживаться, приглашать к себе внуков и жить нормальной жизнью.